Всем привет! Меня часто спрашивают, когда же будут новые выпуски. Мы устали ждать. И я решил, к черту эти долгие перерывы. Отныне мы будем выходить 2 раза в месяц. Ну а мы продолжаем снимать проект «Окей, Гуревск. Путеводитель по городам». И на этот раз мы приехали в город, который посоветовали вы, дорогие подписчики, в группе ВКонтакте. Итак, мир, труд, май, светлый. Погнали! Мы снимаем такой путеводитель по городам. Вот переехали впервые в Светлое. Что ты можешь про него рассказать? Не знаю, маленький, хороший город. Все друг друга знают. Да, друзья все со мной на футбол играют. Ты тоже пришел на футбол поболеть? Ну, поболеть и поиграть пришли. А, ты сам сегодня будешь играть? Мы на резинке играем. Где молодежь, вот по вечерам, может быть, клубы какие-то, можешь есть? Хотя по клубам не хожу, у меня семья. Поэтому побольше с друзьями. Футбол погонять, да, на резинке. Когда семья уже, резинка нужна, да? Ну, так вот бывает. Пацаны, ну что про Светлый еще можете рассказать? Хороший город. Здесь бульвар есть, вот красивый город. Да. Красивый бульвар? Да. А есть что-то еще красивее, чем бульвар в Светлом? Стадион. Стадион очень красивый. Что еще здесь красивое есть в Светлом? Ты красивый? Да, я очень красивый. Ты красивее, чем бульвар? Да. Дай ему кепку. Вот теперь ты самый красивый. Да. Сколько у тебя девочек сейчас есть в данный момент? 15. 15 девочек у тебя? Ну ладно, нету. Давай какую-нибудь фирменную какую-нибудь такую штучку сделаешь-ка. Что можете рассказать про Светлый? Город вполне прекрасный. Учимся мы в 5-й школе. Школа города тоже хорошая. А в каком классе вы учитесь? 6-й. 6-й класс? Серьезно? Да. Я вот такой был в 6-м классе где-то. На пятерке вы учитесь? Ну, не скажу, что на пятерке, но так, нормально. Сколько месяцев в високосном году? 12. Нет, ну не 12, но я знаю, что в феврале именно 29 дней. А вот в високосном году сколько месяцев? Думаю, 12. В обычном? В обычном 12. Да. В високосном, как думаешь? Не интересовалась никогда. Интересовалась? В каком году в России пройдет чемпионат мира 2018? Не знаю. Тоже. Ну, может, в следующем, нет? Не интересовались? Не интересовались, нет. То есть в каком году пройдет чемпионат мира по футболу 2017, не знаете? Нет, знаю, когда Олимпийские игры, но чемпионат не знаю. Да. Вот мы доказали, что самые умные люди живут в Светлом. Сколько месяцев в високосном году? 12. В каком году в России пройдет чемпионат мира 2017? 2017. А как сейчас называется город Циммербуди? Светлый. Вот все хейтеры моего проекта, которые говорят, почему вы не вставляете людей, которые отвечают правильно. Вам было смешно? Нет? Все, больше мы не будем вставлять таких людей. Живете в Светлом? Нет, я с Балтийск. Тепло, да? Приезжаешь, сразу жарко стало. А в Балтийске еще холодно, наверное? В Балтийске там вообще. Всегда холодно. А что вы приехали? А, что у вас этот, как его? Патриоты Балтийска. Так, что на ней написано? Это спецназ. Давай за вас, давай за нас. И за десант, и за спецназ. Почему люди должны сюда приезжать? Что здесь есть такое, вот, чего нет в других городах? Ну, допустим, коса красивая у нас, канал. Вы сейчас туда идете? Не, мы идем на садоремонтник, ну, на стадион. А что там? Ну, мы спортсмены. То есть можно сказать, что Светлое – это вообще столица, спортивная город. Столица нашей области. Не столица, но спортивный город. Поддерживаем. Так, вы чем занимаетесь? Сейчас, в данный момент, ничем не занимаюсь. Ну, отлично, спортивный город, так чем занимаетесь? Ничем не занимаюсь. Чем занимаетесь? Так, а вы? Прогулками по лесу. Светлый, самый спортивный город, друзья. Все, спасибо, ребята. Мы с Мурманском, мы здесь на Седой. Серьезно? Вы с Мурманска? Чем отличается Мурманск от Светлого принципиально? Почти почти европейский город. Я бы сказал, очень-очень-очень сильно почти европейский город. Ну, можно и так сказать, да. Еще принципиально здесь очень красивые аллеи. Вот, все пострижено, все отлично, все классно. Вы поэтому никуда не идете, вы стоите и от красоты просто, да, вот так вот просто. Куда пойти? Мурманчане, подписывайтесь все на «Окей, Гуревск». Правда ли, что Светлый самый танцевальный город? Да. Вот на куху. Куху, бери вот это. Куху, да, чтобы только вы слышали. Между нами тает лед, пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. Душа поет. Праздник. Весна. Если бы ты пошел со мной в ресторан, мы бы с тобой там и спели. Я и пою хорошо. Я не думала, любила, вся как роза алая цвела.
Приедешь, да? Обещаешь? Я еще приведу пацанов. Да? Еще я всех Давай. Привезу. Давай побольше. А что можешь сказать про Светлый? Ленин Очень есть. Ухоженный город. Добрые люди здесь живут. Не, нас мэр не смотрит Светлого, может так. Почему люди должны сюда приезжать? Почему люди должны сюда приезжать? Закрыли недавно. Буревестник там. Оранж это, давно это закрыли. Это наше кафе. Да, типа кафе. Там, Оранж закрыли, говорят, стриптиз да. будет. Надеемся. Серьезно? В Светлом открывают стриптиз-клуб? Приедешь, да? Чего не хватает Светлому, чтобы вообще шикарный город был? Дорог хороших. Тачки у вас есть? Есть, ну да. да, мы на Жигули обычно катаемся. Оранжевый, 355, нах. Номер был или ты ругнулся просто? Номер. Чем Светлый отличается от остальных городов нашей области? Ну, он светлый. Светлый же, правильно? Потому что шутники, да, здесь живут? Конечно, все. Да не, у нас хороший город, у нас все здесь. Девчонки очень красивые у нас. А что без девчонок вдвоем? Ну, как бы, такая ситуация, как бы. Да, сегодня не тот день просто. Чего не хватает Светлому? Может быть, чтобы вообще кайфануть нормально? Светлым, боулинга. А что боулинг-то? Ну, интересно, мне нравится. Катать шары. Слушай, может, поэтому без девочек, пацаны? Да не-не-не. Всему Светлому привет. Там мир всем. Мир труд. Мир труд, май. Я просто вас узнал. И вот все, я понял. Все, нас узнают, понятно? Да-да-да. Давайте, окей, Гурис, какой проект? Какой? Крутой. Какой клевый. Все, пацаны, давайте, удачи вам. Мы решили показать людям вообще города какие, потому что люди, мы были в Советске, мы сейчас... Я голосовала, и поэтому вы здесь. Очень хороший город, светлая атмосфера. Ты чересчур расслабленная сейчас. Размотала на солнышке, да? Я танцевала. Брейк-данс, паппинг. А маминг есть? Нет. Слушай, вот сделай так вот ладошку, вот сюда, отведи камеру немножко, и вот здесь мы покажем твой видос, вот как она танцует. О, классно. Вот так. Да, все, эффекты. Это система вообще. Все, а ты можешь в это время ты можешь говорить, что за танец был? Это офигенный танец, то танцую я. Вы надо мной... Ты что, еще хочешь обратиться к своим друзьям? Привет, и вот это Аньон Хасио. Это я по-корейски сказала. Просто корейцев люблю очень сильно. Привезите мне азиата. Азиата привезти? Он должен быть подкачанный? Он не должен быть подкачанный, должен быть дрищом. Должен быть этот Асуньон, или как ты сказала? Аньон Хосе, это привет. Просто у меня хорошее настроение. Тут пришли вы и... И она... подняли его? Да, вообще. А что по азиатам? По азиатам, что, у вас есть азиаты в наличии? Что ты показываешь? Ты рост азиата показываешь, который нет? Вы можете перейти на ту кабину, как бы, вон. Ты сидишь сейчас в кабине, типа такая, оп, такая. Все, я тогда выхожу из этой кабины. Да, да, давайте. Не буду спрашивать, как зовут, 5 человек сидит очень долго. Здесь парни. Ставился, да? Окей. Да, давай. Я Данил Павлов. Мне... Как ты что-то сказал? Окей, Гурьевск. А вообще есть смысл снимать дальше? Что в Светлом вам больше всего нравится? Ну, тут как бы спорт, ну, в основном тут дают, ну... Как... Это законченное предложение было? Я просто не могу сформулировать. Ну, тут... В основном здесь дают. Да, дают. По-братски. По-братски? Пацаны, что молчите? Давайте тоже что-нибудь скажете. My best friend fat. Что вы бьете? Что ты там? Английский не конек, да, вообще в Светлом? Кураж поймал. Кураж поймал? По-братски. По-братски, да. Где учатся умнее школьники? Во Взморской школе или в пятой? Во второй. Во второй и в пятой. Давай. Доказать. Готовы сделать такой небольшой батл? МС справа, представьтесь. Ян Тризи Крейзи в Молодой Шалаве 2015. МС слева, представьтесь. Данил Павлов, Диггиди Драго, Че, будем жеребьевку, да? Да, да сейчас. У меня монетка есть, наверное. Наверное. Пацаны, есть монетка? Я поймал. Только деньги отдай. Ты решка. МС справа начинает. Как он незаметно деньги себе забрал. Давай. Раунд 1. Ну, ты отсталый. Раунд. О, пошумим, пошумим. О!
Я знаю тебя уже давно, я знаю тебя наизусть. У тебя глаза косые и уши нормальные, по-братски. Раунд. Раунд 2. Ну, значит, и то самое. Раунд. Ты думал, что мы здесь запикаем, да, так специально? Типа ты его там обложил полностью, понял? Давай, все, второй раунд заканчивай. Ты занимаешься футболом, я знаю, что ты петушок, ку-ку-ку. Тебе мама дала 100 рублей, но ты их не потратил, ты их откладываешь на новую школу. Он хочет открыть школу, но у него нету денег, ну и образование тоже. У него нету друзей, он замкнутый человек. Он сидит дома, играет в доту и ничего не делает. Его родители очень сильно любят, но он не возлагает таких надежд, которые они на него возлагают. Раунд. Фаталити. Что потом? Голосование, да, идет или что там? Да. Я предлагаю, что победила дружба. Возможно, так и интересно. Занимайтесь спортом. Да, не лезьте в Versus Battle, это все дно. Все. Раунд! Раунд! Воу! Это был самый светлый выпуск проекта «Окей, Гуревск. Путеводитель по городам». Подписывайтесь на наш новый канал и пишите в комментариях, в какой город нам нужно поехать в следующий раз. Пока! Подписывайтесь на «Окей, Гуревск».